Друзья, всех приветствую, с вами наноспингист МСК, 13 мая 2023 года, небольшой отчет о сегодняшней рыбалке. Рыбалка для меня была очень интересная, крупный карась, вел себя нестандартно для моих последних рыбалок. Ловился он с полводы в основном, потом уже опустился и начал брать со дна, но сначала он ловился только с полводы, требовались легкие, крупные, белые мухи. И, в общем, когда я все подобрал, начал ловить. В общем, отчет. Приятного просмотра, спасибо. Есть. Есть. Да я возьму, Андрюх, Андрюх, не надо, не надо, не надо. У меня есть, подсак же. Есть. Выходи. Выходи нахрен оттуда. Господи, блин. Перепугал всю рыбу мне, блин. Есть, 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 есть. Андрюх, да, наверное, сфотографируй меня хоть с одним.
Красавчик, красавчик. Попробуем такую вот мушанцу типа ручейника. Вот они карасики, вижу. Оп. Есть. Красивый. Будешь красивый у меня. Как это красиво делаешь, меня аж самому хочется спать. Так, дайте покажу мушку. Какую я нашел. Вот такая вот. Мохнатая, пузатая, светлая. Самое главное, легкая. У нее хороший объем. И вот тут это то, что надо. Она зависает надолго. В толще. Карась сегодня у нас клюет. В толще. Блин, хоть бери с собой станок. Вяжи мухи на месте, блин. Вот кто знал, что, блин, будет такая ситуация? Есть. С ударчиком все как положено. Мух твоя. Он опустился ниже, Андрюх. Он также клюет, но уже снизу. Что-то если он столько приманок оборвал, это пипец какой-то. Давно столько не обрывал.
Заходит? Вернулся. Сейчас, подожди, дай-ка я тут пару разобрал. Ну, давай пока сейчас. Я привяжу пока сейчас. Давай, есть, 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 есть. Ой, красавец какой. Ой, какой красавец. Ой, какой красавец. Да, ребятки, практически работает одна муха. Ой, какой красавец. Ну, они все стандартные, 900 грамм. Выглядят они значительно больше. Ну какие-то они тощие, ребята. Тихо. Давай. Давай, 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 давай. Ой, блин, весь шнур себе испоганил. На этой рыбалке. Весь шнур испоганил сегодня себе, блин. С этими ветками, корягами. Что, пойдем, да?